25 января мы будем отмечать день рождения Владимира Высоцкого. Мне хочется прочитать одно из любимых его стихотворений, в котором, возможно, его жизнь им отражена. Но во всяком случае, жизнь очень многих людей и в какой-то степени идеал самого Высоцкого. Четыре четверти пути. Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон упадет, пропадет, чуть левее наклон все равно не спасти. Должно быть, ему очень нужно пройти четыре четверти пути. И лучи его шага сбивали, и кололи, словно лавр. Труба надрывалась, как две, крики «Браво!» его оглушали, а литавры, как обухом по голове. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон упадет, пропадет, чуть левее наклон все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти всего три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило, бой со смертью три минуты, раскрыв в ожидании рты лилипуты, казалось ему с высоты. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон упадет, пропадет, чуть левее наклон все равно не спасти. Но спокойно ему остается пройти всего две четверти пути. Он смеялся над славой бренной, но хотел быть только первым. Так попробуй у группы, по проволоке над ареной. Нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон упадет, пропадет, чуть левее наклон все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик, и звери клали лапы на носилки. Но строг приговор и суров. Был растерян он или уверен, но в опилке он пробил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет. Тонкий шнур под ногой. Упадет, пропадет, вправо-влево клон, и его не спасти. Но зачем-то ему очень нужно пройти